Nu va. Этот голубь в этом году есть одна золотая парочка и два сплошных вышли. Вот этот вышел из-под феникса. Ну, это голубь бесподобный. Практически в любую погоду кидай, и он идет вверх. И опять камеру не взял, подумал, может, сегодня такая не очень северный ветер, это не мой ветер, а вот это угол. Вот он строго над домом. Все время старается быть строго над домом. Ну там вверху, конечно, может и метров по 10. Но все равно как он старается быть над домом. Стоит, пропадет резкость, но сейчас вертикально надо мной, вот сейчас уже, а, и сразу в стойку возвращаться назад, никаких проходов в этих голубей нету, но неудобно, очень, ох, вертикально держать. Вертикально над домом отходит и сразу заходит. Да, этот голубь есть, ну, бесценный. Они два таких, один к сюда у нас упадет, второй у меня остается. Сегодня никто не пошел, он один. Но что он творит? Что он творит?
Так, кто-то мне советовал искать голубей покруче. Да, ребята. Для меня я уже нашел. Вы молодые, вы ищите. Но что он вытворяет? Что он вытворяет? Вот этому голубю торцевать очень нравится. И если будет погода, когда ветер будет до 5 метров, то он может, как я, его отец, простоять на одном месте. Ну как не любить такого голубя? Как не любить? Ну, сел бы мне еще бы на голову до полного счастья. Вот джигита мой. Асса. Асса.